Добрый день, милые дамы, уважаемые господа. С вами Светлана Амельянс, автор проекта «Избави вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. В этом видео я хочу пригласить вас на наш новый вязальный марафон, который будет проходить в преддверии Пасхи 2019 года. И на этом марафоне мы будем с вами вязать детское платье. Детское, потому что мы сразу поставили рамки. Это платье не очень подойдет для девушек или для женщин. То есть это будет платье, причем для очень маленькой девочки, для маленькой принцессочки. Марафон будет проходить в традиционных для нас рамках, когда кроме названия и темы вы не знаете, как будет выглядеть конечное изделие. То, что вы видите сейчас, это марафоны, которые проходили у нас в таком же формате, когда участники не знали, что мы будем вязать. И тем не менее, они дошли до конца и связали такое изделие. Марафоны мы проводим в формате вязания на куклу по нашим размерам, потому что если мы в самом начале начинаем рассказывать выкройку, то в результате вы уже знаете, что вы будете вязать. Поэтому выкройку, снятие мерок и объяснение, как это изделие превратить в изделие не на куклу, а на человека, вы узнаете в конце, когда дойдете до окончание марафона. Поэтому присоединяйтесь, марафон будет бесплатный. Подавайте вашу заявку на участие. Для участия вам понадобится Google почта и аккаунт ВКонтакте, с которого вы будете добавлять отчеты по каждому этапу марафона. Так как мы отрабатываем платье в мини-формате, то пряжи вам понадобится немного. На нашу куклу уйдет около 2 мотков пряжи желтого цвета. Вы можете использовать любую такую, какую вам нравится. Но так как платье называется цыпочка, то, конечно, лучше оно будет смотреться в таком веселом цыплячьем варианте. Еще раз напоминаю, что марафон бесплатный. Если выполняете задания, выкладываете отчеты в нашу группу ВКонтакте. Более подробно о марафоне читайте по ссылочке под этим видео. По окончании марафона, когда вы будете знать, как выглядит это платье, его запись можно будет только приобрести. Бесплатно участвовать под обещание прислать отчеты уже не получится. Поэтому не теряйте время, подавайте заявку. И совсем скоро мы вместе с вами будем вязать наше новое платье «Цыпочка». Если вам нравятся наши мастер-классы, нажимайте «Нравится», нажимайте кнопки соцсетей, делитесь, приглашайте друзей. Чем больше народа, тем веселее, потому что по окончании марафона мы всегда радуемся тому количеству отчетов, которые получили наши участники, потому что кроме отчета они пишут о том, какие эмоции они испытали. И эмоции всегда восторжены. С вами была Светлана Амельян, соавтор проекта «Избави вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля.